Здравствуйте, вас приветствует Кадор Фитнес Тирова, я тренер тренажерного зала Мищенко Дмитрий. Сегодня я вам покажу упражнение, которое называется «Отжимание на брусьях». Это упражнение позволит вам нарастить объем в области грудной клетки, в частности мышц груди. Приступаем непосредственно к выполнению упражнения. Беремся за брусья закрытым хватом. Для того, чтобы локализировать нагрузку в области груди, изначально разворачиваем локти в стороны. Округляем немножко спину. Начинаем движение с того, что подконтрольно опускаемся вниз. На выдох поднимаемся вверх. Взгляд устремлен вниз. И постоянно подконтрольно выдох, вниз, вдох. Подконтрольно, без резких движений. Если вы будете опускаться резко, это движение приобретает максимально травмоопасность для плечевого сустава. Также это упражнение хорошо позволяет развить мышцы трицепса. Но для этого вам необходимо, наоборот, локти свести к туловищу и держать их максимально узко. Спину держим ровно здесь. Так же самое, подконтрольно. Опускаемся вниз, на выдох поднимаемся вверх. Выдох, вдох, выдох. Начинать вы можете от 10 до 15 повторений. Постепенно можете также пользоваться утяжелителями различными, резиной и всеми возможными способами, которые помогут увеличить вам нагрузку в данном упражнении. Постепенно опускаемся вниз. С каждым разом все больше и больше раскрываемся, растягиваем грудную клетку. С вами был Кадор Фитнес Тирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!